Полиция Алматы пресекла деятельность двух сайтов, на которых продавали синтетические наркотики из России. Поставкой и сбытом экстази и кокаина занималась молодая супружеская пара. Подельникам уже дали реальные сроки от 7 до 10 лет лишения свободы. По информации ДВД, незаконную деятельность преступники осуществляли по продуманной схеме в сети, где опубликовали объявления, находили клиентов и позже доставляли товар. Ранее за аналогичный противозаконный бизнес сотрудники органов внутренних дел арестовали гражданина России, которого Фемида приговорила к 3 годам лишения свободы. Мужчина тоже занимался поставкой кокаина и экстази. Они в интернете давали объявления, также расклеивали по городу Алматы на столбах, на досках объявлений информацию о продаже синтетических наркотиков и других психотропных веществ, экстази. Люди звонили по указанным телефонам, и они также делали закладки по городу Алматы, использовали безналичную форму оплаты. Гражданин Бурлаков, который действовал в одиночку, он является гражданином Российской Федерации, приехал с Иркутской области, в городе Алматы снял, арендовал жилище, также промышлял преступлениями. В данном случае он использовал почтовые сообщения. В настоящее время борцы с наркобизнесом выявляют каналы поставки наркотиков и устанавливают лиц, возможно, причастных к этому преступлению. Всего по данным Департамента внутренних дел в Алматы за прошлый год из незаконного оборота изъято 480 килограммов наркотиков, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2014 года.